В Ярославле продолжается подготовка к чемпионату мира 2018. В середине октября в региональный центр прибудет Кубок ФИФА. В течение 123 дней главный в мире футбольный трофей преодолеет 26 тысяч километров от Калининграда до Владивостока и посетит 24 города. Увидеть Кубок мечтают и юные воспитанники центра подготовки «Шинник». В клубе для начинающих футболистов занимается более 600 человек. Филиалы школы расположены в каждом районе города. Росту интереса к футболу способствует и правительство Ярославской области. Только за последние месяцы построено порядка 20 пришкольных стадионов в рамках программы «Газпром детям». Мы ждем очень Кубок ФИФА. Я думаю, что все футбольные люди его ждут. Я думаю, что все мальчишки захотят с ним сфотографироваться. Если можно будет, то поддержать его. Поэтому очень ждем. Это мечта каждого футбольного человека, тем более детей.